В Приморье многодетные семьи отправляют жить в лес. Земельные участки людям выделяют бесплатно. Правда, находятся долгожданные сотки в непролазной чаще, в гористой местности. Ни дорог, ни коммуникаций, ни перспектив, что они когда-нибудь появятся. Обо всем подробнее Ольга Герасименко. Своей квартиры у Елены Федосеевой нет. Она живет в общежитии. Многодетная мать воспитала 6 детей. От государства получила награду – медаль ордена за заслуги перед Отечеством. Местные власти дали Елене участок земли под строительство загородного дома. Мечта всей жизни, казалось, начала сбываться. Провели нас через калиточку, показали участки все, где размечены. Участок у нас оказался вот за этими сейчас заборами. Мы приехали как-то проведать, хотели на участок посмотреть, что там и как. Приехали опять туда же, но калиточка была закрыта и написано, что это частная собственность и вход туда воспрещен. Объездной маршрут удалось узнать у жителя дачного поселка. Небольшой крюк, 2 км. Куда дорога будет? Вы не в курсе? Ну, очевидно, это массив для многодетных. Вот это будет дорога, да? Ну хорошо, спасибо большое. Строительную грунтовку отсыпали для другого поселка, но по ней можно подъехать к подножью сопки, на которой Елена получила землю. Вот сопочка, где находятся наши участки, на которую нам забираться. Вид, как говорят риэлторы, на миллион. Хорошо приехать на выходные, разбить палатку, помечтать, глядя на горизонт. Но доставить сюда строительные материалы можно разве что вертолетом. Ситуация, в которой оказалась Елена Федосеева, типичная. С еще одним обладателем даренных соток продираемся через пьяный лес. Многие деревья здесь кривые, отсюда и местное название. Возможно, так первопроходцы осваивали Дальний Восток 400 лет назад. Дикий лес, ни воды, ни света, ни коммуникаций никаких нет. Вот этот участок, по мнению администрации города, соответствует требованиям ИЖС. Под дома для многодетных семей в непроходимом лесу было выделено 96 участков. Их даже разметили красными ленточками на стволах деревьев, кадастровые номера и никакой стройки. Митинг небольшой, но собравшиеся выступают от имени нескольких тысяч многодетных семей. Ситуация у всех одна. Люди требуют от властей региона обеспечить земельные участки подъездными путями, электричеством и водой. У краевой администрации свои аргументы. Если бы мы строили дороги от проекта до полного асфальтирования, то только в 2016 году нам необходимо потратить на одни дороги 7 миллиардов рублей. Так, для сведения, все дороги Приморского края, значит, весь дорожный фонд Приморского края 5,2 миллиарда рублей. Первые деньги в муниципалитеты уже ушли. Постановление можно найти в архиве документов на официальном сайте администрации Приморского края. В 2014 году 74 миллиона 400 тысяч рублей. В 2015 5 миллионов 169 тысяч. По сравнению с миллиардами, о которых говорил вице-губернатор, цифры совсем небольшие. Логично предположить, что с таким финансированием процесс может затянуться на годы. Но жизнь одна, и люди, не дожидаясь лучших времен, уже начинают избавляться от земли, подаренной государству. Есть люди, которые оценивают свои силы и понимают, что дом они не могут построить в принципе никогда. То есть единственный путь – это продать этот участок, какие-то деньги добавляют, может быть, добирают ипотекой и остаются в городе. Галина при нас звонит по объявлению. Скажите, пожалуйста, а почему продаете, вот, в связи с чем не хотите строиться? То есть какая причина? По всему Приморскому краю многодетным семьям выделено почти 6 тысяч участков земли. За разрешением на строительство обратилось только 16 человек. Заросшие лесом сопки еще будут раздавать. 2000 семей ждут своей очереди. Сколько из них тут же пойдет в риэлторские агентства, зависит от действий краевых властей. Ольга Герасименко, Сергей Зенин, Дмитрий Климов, Первый канал.